Нерабочие дни в России продлили по 11 мая включительно. Соответственно, жителям всех регионов необходимо продолжать режим самоизоляции. В таких же условиях и люди других стран. Мы связались с уроженцами Чувашии, которые сейчас живут за рубежом. Они рассказали, какие ограничения введены у них. Вот он стоит и пропускает людей. Это все стоит в очереди. Вот эти люди стоят все в очереди. Социальная дистанция, разметки в магазинах, маски и антисептики. В Лондоне карантин длится уже больше месяца. Там живет уроженка Чувашии Марина Дональд. Как рассказывает девушка, выходить из дома можно только, чтобы добраться до работы, которую ты не можешь выполнять удаленно, сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку или раз в день выйти на пробежку. Я стараюсь выходить за прогулками на пробежку вечером, когда поменьше на улице народу. Но, честно говоря, конечно, в Лондоне совсем на улицах пустынно. Из-за того, что все магазины закрыты, как я сказала, люди сидят по домам. Единственное, наверное, оживленное – это парки, и где семьи гуляют с детьми. Я вижу людей с собаками. В Великобритании предполагаемый конец карантина 7 мая. Выйти из дома во Франции можно только с официальной бумагой, которую жители заполняют сами в форме 7 пунктов. Подчеркнуть, либо один, либо несколько. Из них есть поездки по неотложным семейным обстоятельствам, короткие прогулки в пределах 1 часа в день, ну и в пределах 1 километра. Дальше в угол домашних животных, также поездки на работу, если у вас нет возможности работать удаленно. Работает эта справка только с указанием адреса, только с указанием времени и даты. Если говорить об общей ситуации в стране, ну или конкретно в нашем городе, хочу сказать, что люди устали сидеть дома. Еще 2 недели назад улицы были пустыми. Не было никого, ни машин, ни велосипедистов, ни тем более прохожих. Сейчас ситуация изменилась. Все больше и больше народу выходит на улицы, гуляют с детьми, выгуливают домашних животных, бегают. Ну, в принципе, французы всегда бегают. Потом, магазины открыты, магазины работают, но единственное, запускают туда по несколько человек. То есть, если магазин небольшой, то максимальное количество 10-15 человек. Стоят очереди, люди соблюдают дистанцию. В Германии также действует режим ограничений. С 20 апреля в некоторых городах его начали ослаблять. Однако основные правила все еще действуют. О них рассказывает уроженец Чувашии Дмитрий Астров. Не создавать большие группы. Если выйдешь на улицу прогуляться, то можно это делать только со своей семьей. Люди в Германии в основном эти ограничения соблюдают, потому что есть штрафы аж до 25 тысяч евро. Я желаю всем оставаться здоровыми, соблюдать карантин, у кого есть ограничения. Будем надеяться, что этот вирус пройдет, и мы вернемся на нормальный ритм нашей жизни.